Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у нас снова рубрика моя недавно начавшаяся «Вяжем без спиц и крючка». Значит, сегодня у нас вот такой вот жилет. Вы по размеру не волнуйтесь, по ходу видео вы подкорректируете себе на ваш размер. Я сейчас только измерю как бы исходник, значит, 62 сантиметра длина моего жилета и ширина 52 сантиметра. Вот. Пряжа это очень классная в том смысле, что вяжется очень-очень быстро. Не нужно подгонять под плотность вязания. Оно само собой разумеющееся. И все как бы получается само собой. Так что вот для начинающих это вообще идеальный вариант. Значит, что у меня? Alize Puffy Fine. Это не классические Alize Puffy. Здесь меньше вот эти ячеечки. Значит, 14,5 метров в 100 граммах. Всего ушло у меня на эту жилеточку 4 мотка, девчонки. Вот, но это в зависимости от размера. Мой размер где-то 44-46. На манекене вы, ну, на мне, в смысле, в конце видео посмотрите, как она выглядит. Ну, в принципе, это вся информация. Больше нам ничего не нужно. Вот, нам нужна пряжа и наши ручки. Вот, ну и сантиметр, может быть. Ну, все, девчонки, начинаем. Итак, первым делом мы берем нашу пряжу. Вот, и отмеряем, сколько нам нужно ширины. В моем случае это 50 и 50, то есть 100 сантиметров. Посчитаю, сколько. Итак, 72 петли я оставляю, значит, отсчитываю 72 петли. Это на 100 сантиметров. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. При этом я выравниваю, видите? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 72 петли. Вот он, круг у меня. Теперь первый круг, девчонки, нам нужно провязать вот так вот, как я разложила круг. Смотрите, я теперь вот эту вот, вот она моя 72. И следующую петлю я провязываю в первую как бы петельку. И вот так вот прям на столе потом. А, господи, лицевой. Следующую петельку мы заводим сюда, вот эту вот рабочую нить, и провязываем сверху вниз, продеваем. То есть получается изнаночная. Уводим туда снизу вверх. Себе сверху вниз, то есть это наша резинка 1 на 1. Вот так вот чередуем по одной петле.
Так, девчонки, вот провязала я круг. Смотрите, здесь у меня опять лицевая, и я продолжаю, захожу на второй круг и вяжу уже по узору. Одна снизу вверх, одна сверху вниз. Вот. Что хочу сказать, что у меня уже 80 петель, потому что 72 я ряд провязала, померила на себя и добавила. Так что на этом этапе, девчонки, вот когда вы зайдете на пару петель уже, дальше оно уже у вас не перекрутится. Тут важно пройтись первый ряд и потом зайти пару петель на второй. Вы померите, пожалуйста, вот сейчас, когда один ряд, то, что случилось у меня, потому что пряжа такая вот забавная, на мой взгляд. И мне как бы я одела, стянула на бедра, как бы там, где я хочу иметь этот жилет, и решила, что мне это слишком мало, мне больше хочется свободы, поэтому я добавила. Сейчас у меня, сейчас я вам измерю. Сейчас у меня 53-54 сантиметра. Вот, ну, тут тоже еще ж пока не совсем точно, плюс-минус пару сантиметров. Ну и далее я продолжаю вязать по кругу вот эту вот резинку. Все-таки сколько я не пробовала крючки и все остальное, мне руками удобнее всего. Я подкручиваю, ну, то есть переворачиваю эти петельки, эту пряжу, чтобы она не была перекручена, мне удобнее руками. Вот. И вяжу резинку. Вот так вот, где-то, да, 4. Так, провязала я 5 кругов. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. Тут хорошо все считается. Значит, далее вяжем лицевыми петлями, только снизу вверх. Все петли, это будет у нас чулочная гладь, то есть все петельки одеваем снизу вверх и вяжем. Так, вот я провязала ровно, сейчас скажу, сколько рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 рядов, девчонки, сантиметров. Показываю в сантиметрах, это 18 сантиметров, всего 25 сантиметров у меня здесь. Значит, что я делаю теперь? Теперь мне нужно отделить 40 петель спинки. Я вяжу спинку. Вот сейчас я, смотрите, нахожусь, видите, начало ряда, здесь мы потом его заделаем, вот этот краешек. Вот начало ряда я оставила, определяю, вот он, вот эта петля первая. Так, ее я провязываю, далее после нее две петли вот так вот складываю друг на дружку, первая поверх второй, и провязываю, ну, то есть через, продеваю петлю через них, то есть одну я сократила, это 3 петли у меня провязано, 4, то есть сейчас я провязываю, как бы отделяю половину, 40 петель, так как у меня их 80, то 40 пойдет на переднюю деталь и 40 пойдет на заднюю деталь, и сейчас я буду вязать 40 петель задней детали. Вот при этом будут в каждом лицевом ряду, только в лицевом, делать сокращения. Штук по 5, я так думаю, по 5, по 6 с каждой стороны. Кстати, даже не в каждом лицевом, а в каждом ряду я буду. Сейчас я посмотрю, сейчас я вам скажу. Так, что тут у меня? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 16, 17, 35, 36 и 37.
Теперь вторая петля сокращаем, то есть еще до 43 петли. Теперь мы вторую с другой стороны делаем, вторую поверх первой, наоборот, то есть делаем уклон вправо, протаскиваем через нее петлю, и последняя петля 40-я. Теперь делаем петлю подъема. Теперь мы будем вязать поворотными рядами, а не в круговую. Делаем петлю подъема. Раз. То есть провязываем первую петлю, вторую. Это второй ряд. Ну, как бы изнаночный слева направо. Днем мы сокращения не делаем, просто провязываем. То есть сколько бы у вас не было петель, вы их делите, вот изначально, как вы набрали петли, вы их делите пополам. Вот, и вяжите ровно половину, при этом делаем. Так, провязала я поворотный ряд, вот смотрите, вот начало, конец моей спинки, и теперь снова, то есть слева направо, теперь я снова вяжу справа налево нормальный ряд. Так, вот я провязала слева направо ряд, и теперь вот уже я провязала первую петлю. Теперь я вяжу только эти 40 сантиметров петель. Вот эти 40 у меня остались. Справа налево вяжу, то есть лицевой ряд снова. Первая поверх второй с этой стороны, с той стороны будет наоборот, напоминаю. Вот, и вяжу сюда, здесь вот это вторая поверх первой, провязываю вместе. И так продолжаю. В каждом ряду, который идет справа налево, я делаю сокращение. Так, закрыла я, вот если смотреть, смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. Вот, и осталось у меня 28. Если говорить о сантиметрах, это я ориентировочно вам говорю, тут тоже зависит от того, как вы хотите оформить плечо. Значит, осталось у меня 39 сантиметров, как бы ширина, это 28 петель. Сейчас я продолжаю вязать ровно, уже без вот этого скоса, без сокращений. Так, 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 значит, спинку я связала, еще вот у меня как раз закончилась ниточка. Так, спинку я провязала от начала вязания, от проймы, не после сокращения, а всего 20 рядов. Вот. И оставила, оставила, чтобы потом совместить с передней деталью. У меня 40 петель передней детали, которые я разделяю по 20 петель на две как бы полочки. И сейчас я буду вязать вот эту вот полочку. Вот у меня нить, я ее привязываю. Распустила следующую ячейку, не затягивайте сильно, потому что распустится петелька, я имею в виду, распустится. Значит, что я делаю? Значит, 20 петель. Здесь я буду закрывать петли в каждом ряду, сокращать. Давайте я вот так вот сделаю, чтобы вам было видно на белом фоне. Значит, 1, здесь сокращение, 2, 3, всего 20, да, помним. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, и вот еще 3, значит, вторую,
второй покрываем первую, это еще 2 петли, 19 и 20. Теперь мы будем поворачиваться, вязать туда. Сейчас я просто перепроверю. 1 2 3 4 8 9 10. Все правильно. Теперь вяжу ряд слева направо и в нем же точно так же делаю сокращение. Здесь я первое покрываю вторую, то есть уклон вправо делаем. Да что ж такое, не могу. Есть. Так далее, да, сейчас еще в конце я вам провяжу и продолжаем таким образом в начале и в конце каждого ряда. Провязываем по 2 вместе. Вот здесь у нас вот это идет поверх, то есть делаем уклон влево. Последнее. И так продолжаем. Так, смотрим, девчонки. Вот 6 петель я здесь сократила. 1 2 3 5 6. Боже, на улице мокрый. Всего у меня осталось 8 петель здесь, и я еще сокращу одну здесь, то есть со стороны проймы я вяжу ровно. А со стороны горловины я еще сокращу 2 петли. То есть всего у меня останется 6 петель, которые я буду вязать вверх. Так. Раз. Сейчас 7 у меня. И еще 8. И далее вот эти 6 петель я вяжу вот еще одну. То есть здесь у меня по вырезу горловины 8 петель я убрала. Вот всего 6 петель у меня осталось, которые я вяжу вверх ровно. Скажу вам потом сколько. Итак, переднюю деталь я провязала 25 рядов от начала вязания. Смотрите, она у нас, вот она у нас выше находится, чем задняя деталь. Это хорошо, потому что нам этот захват нужен для горловины. Вот, видите, вот так вот это выглядит сейчас в сантиметрах. По спинке у меня в сантиметрах 57 сантиметров. Это по спинке. Это еще добавится 2, допустим, сантиметра. Ну, еще же и горловина, так что пока еще вывода не делаем. Так, теперь хотела вам показать, как вот мне надо оставить и как я оставляю. Я оставляю еще, то есть обрезаю нить. Оставляю еще одну ячеечку. Одно колечко, вот здесь мне нужно закончить, и вот это колечко я разрываю для того, чтобы потом сделать узелок, закрепить. То же самое я делаю здесь. Вот последнее колечко я вот так вот разъединяю и креплю его туда, откуда мне нужно начать вязать. Вот теперь я вяжу вторую половинку полочки. Вот они, 20 петель. Вяжу точно так же, как и первую. Одну петлю провязываю, как бы кромочная. И в каждом ряду я делаю вот эти вот сокращения.
при том, что со стороны горловины их будет 8, а со стороны проймы их будет 6. То есть в этом случае здесь будет 8, а здесь будет 6. И вяжу вторую полочку. Так, вот связала я переднюю деталь. Она у меня на 25 рядов, то есть 5 рядов больше. И сейчас я буду соединять. Значит, здесь у меня на спинке нить осталась. Здесь вот я ее отрезала. Значит, как я буду соединять? Беру одну петлю с плечика передней детали, одну петлю задней детали. Ой. Сверху вниз. Снизу петлю от рабочей нити и продеваю через эти две петли. То же самое. Эту подготовим. Передняя деталь, задняя деталь. И петлю снизу. Передняя, задняя. И петлю с рабочей нити. Видите, получается вот такой вот косичка по шву. Можно сшить обычным способом, да, чтобы этой косички не было. Но мне хочется так. И теперь я вот отрезаю, смотрите. Опять же, одну ячейку, распускаю ее и ее вот так вот заканчиваю. Сшито наше плечико, что-то стянуто. Так, теперь вторую сторону. Здесь у нас нить у меня вот здесь вот то же самое. Нить увожу туда. Так, с передней детали петлю, с задней детали петлю и с рабочей нити. Здесь вот там, где мы обрезали, я показала, как я сделала. Здесь я эту петлю оставляю в работе. А вот здесь вот, кстати, видите, здесь надо было точно так же оставить петлю в работе. Что-то мне не дошло. Вот сейчас вот просто смотрю. И мне нравится то, что я вижу. Поэтому теперь у меня осталось по спинке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 петель. Из них сейчас мы сократим. Я оставила. Здесь вытащила одну петлю. То есть идем сейчас по петлям спинки. Первую мы провязываем. Вторую, третью накладываем. Первую поверх второй провязываем. Одну провязала, две вместе, провязывая 4 петли, 2, 3, 4, пятую, шестую тоже вместе. Далее снова 4 провязываю, 1, 2, 3, 4, 2 вместе, теперь слева направо вторую петлю накладываем на первую, провязываем и одна петля. Далее вот здесь вот, что я вам оборвала нить, не надо было этого делать. Сейчас я ее восстанавливаю, эту одну петлю. И теперь по передней детали из каждой вот петли я достаю по одной петле. 2.
и 25. Вот как было у нас 25 рядов, так у нас и есть 25. Только вот здесь вот нам нужно будет вот здесь вот продеть одну, вытащить одну петлю из промежутка дополнительную, основываясь на нее. Вот видите, между петлями мы будем делать сокращение для вот этого V-образного выреза. И по второму, вот по второй стороне я набираю те же 25 петель, тоже 25 из каждой петельки. Три, 24, 25. И дальше я начинаю вязать резинкой 1 на 1, то есть так, как мы вязали раньше. Одна лицевая я продеваю снизу вверх, одна изнаночная я продеваю сверху вниз, и так чередуем. Вот я подхожу к этому V-образному вырезу. Сейчас мы с вами провяжем 3 петли вместе по центру для этого выреза. Точно так же мы будем делать и на рукавах, чтобы у нас все красиво легло. Вот, сейчас используем крючок для этого, чтобы легче нам, удобнее это все делалось. Сейчас поймете, зачем нужна была вот эта средняя дополнительная петля. Вот когда осталось, смотрите, вот эта центральная петля дополнительная, видите, она распустилась. Вот я ее провяжу. Я ее подцепляю на крючок, цепляю петлю перед ней и петлю за ней. И только тогда я провязываю, что у меня здесь, изнаночная, ага. А все равно, а, ну да. А эту петлю мы всегда провязываем лицевой. Вот так вот. Все, я ее провязала 3 петли вместе. Далее у меня здесь последняя была лицевая. Значит, я провязываю следующую тоже лицевой, чтобы все было симметрично. И вяжу до конца ряда. То есть у меня это... Вот он, конец ряда. И еще один круг без изменения по узору, а дальше снова это сокращение. Так, здесь я забыла, что мы делали сокращение в каждом ряду, поэтому и здесь сокращение будем делать в каждом ряду. Вот, значит, вот я круг провязала, изнаночную петлю. Теперь снова я беру центральную на крючок. Справа, слева и с рабочей нити петлей провязываю все эти 3. Это можно сделать и без крючка пальцем, но просто 3 петли провязать лучше крючком. И так по кругу, в следующем ряду то же самое. Итак, я провязала, смотрите, 4 ряда. 1, 2, 3, 4. В каждом ряду, соответственно, видите, вот так вот это сходится по горловине. И сейчас мне нужно закрыть все петли. Вот я шла дошла до того места, где я начинала, и здесь вот оставляю здесь эту рабочую нить и возвращаюсь назад. И вот первая петля у нас, вернее, последняя петля, которую я провязала, я через нее одеваю предпоследнюю. И так далее, то есть закрываю петли. Казалось бы, странно,
Но знаете почему? Я сейчас вам объясню. Уже у меня был опыт, и такой способ мне нравится больше, потому что здесь, потом посмотрите, получается красивый стык, нет ступеньки. Поэтому петли мы закрываем в этом вязании задом наперед. Вот последняя петля, девчонки. Здесь у меня, вот видите, рабочая нить. Я, как обычно, одну петельку оставляю, распускаю ее и вот таким вот образом продеваю через последнюю петлю. Далее здесь можно крючком сюда и возвращаюсь в эту последнюю петлю, то есть имитирую косичку. Теперь я могу продеть на изнанку. Все, значит, горловина наша готова. Теперь то же самое будем делать с проймой. Здесь, девчонки, вот она горловинка. Сюда лучше продеть. Теперь, девчонки, пройма. В идеале, конечно же, лучше начать вот здесь вот, но здесь мы будем делать наши сокращения, поэтому я начало ряда сделаю вот где-то здесь, чтобы оно было сзади и не спереди и не на плече, а вот примерно отсюда я начну набор петель, что, конечно же, странно, да, казалось бы, но я вам сейчас 1, 2, 3, 4 где-то петли тоже сократится, потому что планку мы будем вязать тоже 4 ряда, такую же, как и на горловине, поэтому я отступаю 4 петли, вот если по центру, да, будет дополнительная, 1, 2, 3, 4, вот отсюда я и начинаю мой набор петель, и точно так же, как по горловине, я набираю с каждой петли по одной. Последняя петля, дополнительная из промежутка, да, точно так же, как на горловине, и пошли сюда. Так, и вот здесь вот у нас начало ряда, как бы. Первая лицевая, изнаночная, лицевая, и так по кругу. Здесь это центральная, провязываем 3 вместе. Так, вот четвертый ряд я довязываю, девчонки, хочу вам показать, как закончить и как начать вторую, как бы вторую обвязку на другой стороне. Видите, вот что мы сейчас делаем, мы обвязываем рукав. Так, здесь последний раз я вот провязала. 1, 2, 3, четвертый раз я делаю вот эти 3 вместе.
и здесь останавливать, потому что мы набирали петли с захватом на 4 петли, и здесь у меня, вот смотрите, уже 4 ряда, то есть там у меня уже все связано. Я остановилась в этой точке. Что сейчас делаю? Точно так же беру последнюю петлю и наоборот, слева направо закрываю все петли. Значит, вот я закрыла по кругу. Здесь опять же последнюю обрезаем рабочую нить, последнюю петелечку распускаем. Можно две, кстати, у меня там в горловине я так доделала, и мне показалось, что подцепляем первую петлю, одеваем и вот возвращаем в эту петлю. Теперь продеваю на изнаночную сторону и там уже фиксируем. Наверное, сюда будет лучше. Так, теперь вторую, как бы, обвязка, это было правый рукав, мы начинали, отступали 4 петли и начинали сзади левый рукав. Мы от низу отступаем 4 петли, 1, 2, 3, 4, вот в пятую я сейчас привяжу эту нить. Опять раз вы увидите, что творю. Так, и вот так, еще раз, я, по-моему, в четвертую привязала. 1, 2, 3, 4. Значит, отсюда начинаем вязать и движемся к пройме. То есть наоборот движение, ну, понятное дело. Сюда. И закончим мы здесь вот. Так, 4 петли. Там мы отступили 4 петли и пошли набирать вот так вот. А здесь мы 4 поднялись на 4 от проймы и пошли вязать с этих 4, то есть наоборот. И по кругу то же самое. Набираю по кругу петли, вяжу 4 ряда и закрываю эти петли. Так, вот я набрала петли, провязала круг. И теперь начинаем уже вязать узором, значит. Лицевая и изнаночная, лицевая. Далее у нас пошло, то есть 3 петли, помните, да, мы начинали с 4 петель, 3 петли, далее у нас вот по центру эта петля дополнительная. Мы как на горловине, я забыла показать ту обвязку. Первая петля центральная, вторая справа, третья слева и провязываем. Теперь смотрим, возвращаемся, какая у нас тут лицевая петля, и относительно нее вяжем следующие петли лицевая, так чтобы они совпали. И так 4 ряда снова таким вот образом. Тем самым у нас получится, что мы опять же закончим вот здесь вот. Так, вот 4 ряда, вот смотрите, здесь у нас уже 4, здесь 4 я как раз довязала. И вот здесь вот я еще провяжу эту последнюю петлю, и от нее уже, опять же, хотя это уже, в принципе, это пятый, нет, это пятый ряд, не надо эту. Вот от вот этой вот начинаем плясать, то есть слева направо, вот она последняя. И закрываем опять же точно так. Так, и на манекене, смотрите, вот единственное, что бы я сделала бы, переделала, наверное, я так и сделала. Ну, я вяжу просто для видео, вот, а как для себя, ну, в смысле, я вязала этот жилет просто, чтобы снять видео. Я, конечно, наверное, в нем чуть-чуть похожу,
Ну, в общем, знаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что здесь бы я сделала вот горловину, может быть, такую и оставила. А вот здесь бы сделала вот в два раза меньше обвязку, маленькую. Хотя, ну, посмотрите там, посмотрите на мне, как оно выглядит. Либо больше сократить петель, чтобы прям две петли, допустим, здесь осталось. Ну, это мои такие рассуждения, да, по ходу, что можно как бы исправить. То есть, чтобы здесь осталось две, да, две петли, вот так вот было бы, наверное, лучше, да, если было бы вот так. Или так хорошо. Ну, в общем, напишите свое мнение. Ну, в общем, то, что есть, то есть. Это первая вещь. Подкорректировать вы на свой размер сможете. Обвязку тоже сможете подкорректировать, поэтому я думаю, все получилось так, как есть. Ну, все получилось. Я думаю, что все получилось отлично, девчонки. На сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.